Чем больше осадков выпадает за окном, тем больше звонков поступает к нам в редакцию. Жители города жалуются на плохую работу коммунальных служб. В связи с прохождением снежного циклона в последние дни выпало больше месячной нормы осадков. Штормовое предупреждение, которое было объявлено в ночь с воскресенья на понедельник, еще больше доставило проблем автовладельцам. Сегодня с утра на дорогах города образовался снежный слой, очищать его коммунальные службы не успевали, о чем говорят эти кадры. К полудню в связи с повышением температуры он превратился в сырую снежную массу, доставляющую немало хлопот пешеходам и водителям. Прокомментировать ситуацию мы попросили начальника управления ЖКХ, энергетики и транспорта. Дорожная техника работает в плановом режиме. Значит, в связи с тем, что вот за последние дни было резкое выпадание снега с ветром, то есть дорожная техника выходит, тоже нужно понимать, что одновременно весь город чиститься не может, столько техники нет. Техника выходит ночью, прочищает, но в связи с тем, что ветер, к утру такое ощущение, что никто не чистил. То есть не было бы ветра, была бы маленькая другая ситуация. То есть вся дорожная техника в строю, все подрядчики работают, значит, подсыпка и очистка ведется.